Дамы и господа, мы перейдем к следующему. Итак, Октагон приглашается повести и опа. Никита Караченец, Россия! Итак, дорогие друзья, восьмой поединок Bears Fighting Championship ждет нас. 77 килограмм весовая категория. Никита Караченец представляет клуб Гатчина Fight Team. Призер чемпионата Северо-Западного федерального округа по ММА. Чемпион Ленинградской области по ММА. 20 лет ему всего лишь, а уже такой серьезный путь в любительских смешанных единоборствах он прошел. Профессиональный рекорд 1-1, то есть дважды уже пробовал себя на профессиональной арене. Достаточно высокий, 185 сантиметров рост. Ну, и я так понимаю, что это ярко выраженный универсал. Умеет и бороться, и бить. Соперник где-то не менее любопытный. Надеемся на хороший, интересный, зрелищный бой, дорогие друзья. Соперником Никиты станет Фердаус Джаборов. 26 лет ему, 180 сантиметров рост. Для него это будет профессиональный дебют. Он из Таджикистана, представляет спортивную академию «Камелот». Тренируется под руководством Павла Коваля. Но я мне доводилось видеть, парень, конечно, наделен настоящим воинским духом. Никогда не отступает, дерется, сражается, бьется до последнего. Так что Никите Караченцу тут легкой жизни не ожидается в этом бою, я думаю. Будет очень интересно. Настраивается Фердаус. Никита ожидает его в клетке. И совсем скоро стартует этот поединок. Уважаемые дамы и господа, теперь выбираем бойца. Справа от меня. Боец «Синий Огар». Представляю Российскую Федерацию! Дамы и господа, ему 20 лет, рост 185 сантиметров, вес равно 77 килограмма. Профессиональный ранг 1-1. Дамы и господа, чемпион Ленинградской области по ММА. Встречаем, please welcome Никита Караченец. Его соперник «Красный угол» представляет Республика Таджикистан. Ему 26 лет, рост 180 сантиметров, вес равно 77 килограмма. У него профессиональный дебют сегодняшнего вечера. Дамы и господа, встречаем! Видим, что большая группа болельщиков Фердауса не собрана. С уважением к противнику. Пожали руки. Удачи.
Итак, готовится к бою Ильдар Джаборов против Никиты Белощинцева. И поединок начинается. Никита занимает сразу центр, пробивает лоу, но ему отвечает фердаут джебами. Хороший хай-кик. Похват по две ноги. А какой бросок! Но фердаут цепился буквально мертвой хваткой, пытался гильотину зацепить. Никита старается вырваться. Он сбоку. Задушить сейчас Джаборову будет крайне тяжело, практически невозможно в такой ситуации. В маунт забирается Никита. Фердаус из последних сил выдерживает его голову. Но видно, конечно, техника у Никиты прям сумасшедшая. Наносит удары, пытается Фердаус защищаться. Вынужден отдать спину. Пытается стряхнуть себя оппонента. Опять забил. Но очень хороший, крепкий, удушающий захват от Никиты Караченца. Фердаус с последних сил сопротивляется. Сказал, что у этого парня очень по-настоящему воинский дух. Он будет биться до последнего. Удается ему сорвать захват, но Никита опять не отпускает его. Джаборов пытается выбраться. Какой бой, дорогие друзья, какой бой. Руку пытается сейчас Караченец выхватить. Срывается с захвата, и уже Фердаус в атаке. Забирает он спину. Никита под ним проворачивается и забирает спину. Он теперь тут просто какое-то сумасшествие. Но Фердаус не выпускает его за спину. Опять прихватывает шею. Сейчас гильотина пойдет. И взял очень хорошо. Прям очень жестко взял. Но сил, видимо, уже не было. Потратил он на первый удушающий. Выпустил Никиту. Никита начинает сразу же наносить удары. Пытается сейчас закинуть треугольник. Но руку захватил Джаборов. Нет из полевого приема. И пользуется этим сейчас Никита. Улучшает свою позицию. Опять спину отдает Джаборов. Опять срывается. Опять сверху атакует. Какой упорный бой. Какой классный бой мы сейчас смотрим. Мощнейший удар Джаборова сверху. Никита под него там пытается подвернуться, чтобы захватить за ногу. Вот он раз за разом, конечно, шею отдает, очень сильно рискует. Удается тейкдаун Никите, но Джаборов пользуется этим. Забирает спину. Наносит мощнейшие удары. Никита в защите. Опять будет прокручиваться. Он снизу защищается. Несколько мощнейших ударов сейчас Фердаус обрушил на своего соперника. Да, кто же победит? Невероятный бой. Лучший пока что, наверное, на сегодняшней и без того насыщенной крутыми боями программе. Но чтобы соперники вот настолько были там друг другу равны. Обмениваются ударами коленей, даже в партере умудряются. Локтями бьет Фердаус. Никита проворачивается под ним. Опять отдает спину. Снова Джаборов пытается ее забрать. Снова скручивание. Ситуация очень тяжелая для Караченца. Пропустил, по-моему, сильный удар. Если сейчас он не будет защищаться, то бой будет остановлен. Фердаус обрушивает на него раз за разом удары. Под неистовую поддержку своей группы поддержки. Но это глухая защита сейчас идет просто. Никите надо что-то делать. Все. Олег Кучеренко вмешивается. Фердаус Джаборов выигрывает этот бой. Тяжелейший, напряженнейший, крутой бой. Да, как он здесь, конечно, выложился. Сколько раз он уходил с опаснейших ситуаций и смог таки одержать победу. Ну, Никита расстроен безумно, конечно, но не стоит. У этого парня тоже большой боевой опыт. Он знает, что побед без поражений не бывает. Здесь надо просто сделать выводы. Шансы у него были завершить бой в свою пользу неоднократно.
немножко не хватило. Но Фердаус Жабборов, конечно, показал силу воли. Сумел переломить ход поединка и выиграть. Чем мы его поздравляем. 4 минуты и 8 секунды первого раунда. Добиванием и техническим нокаутом победа одержал боец из Красного Фердаус Жабборов. И для награждения приглашается предприниматель и боец Фёдор Усов.